брошен бизнес, по семье забота. На вызов честь и совесть сохранить Асап Хаттабыча, спасательная рота. Поставили солдат на ставку жить. Земные ангелы без крыльев, на колесах, по гололеду, по ухабам, по жаре Всевышнему не задают вопросов, а ассистируют, как могут на земле. От Красной в госпиталь задача не доехать и даже, как казалось, довести на подстраховке жизни человека, помочь Всевышнему не за, а вопреки. От Красной земные ангелы без крыльев, на колесах, по гололеду, по ухабам, по жаре Всевышнему не задают вопросов, а ассистируют, как могут на земле. И даже больше, чем порою могут, своим примером равнодушию под дых к спасению укажут вам дорогу чести и совести в спасении других. Земные ангелы без крыльев, на колесах, по гололеду, по ухабам, по жаре Всевышнему не задают вопросов, а ассистируют, как могут, на земле. У них в команде есть такая Оля, меньше чем 1,50 м, не под мышку. Она уже спасла не одну сотню раненых. Зовут ее Кроха позывной. Это ей посвящение. Обрыв, травматическая ампутация конечности с громадной потерей крови, отрыв руки по локтевому суставу с вырванными сосудами. ОСА-5 заставляли его жить весь путь к медикам. ОСА-5 делали нереальное, заставляли сердце биться. ОСА-5 заставлял его дышать многие километры, но вены были пусты. Знать повезло, в рубашке ты родился, сказал мне доктор, как пришел в себя, а я б на ней, не думая, женился, да у нее уж тысячи, как я. Ах, кроха маха, без слез и страха, комочек жизни, глазки, два огня. Ах, кроха маха, моя рубаха, от Красной в госпиталь, прикрывшая меня. Ты заставляешь мое сердце биться, сосуды вырваны, приказ звучит дышать. Ну как в такую не влюбиться? Пусть нет руки, но сердце б смог отдать. Эх, кроха маха, без слез и страха, форпостом жизни, глазки, два огня. От Красной в госпиталь, моя рубаха, вторую жизнь вдохнувшая в меня. Я уходил и помню, возвращался, а ты откуда-то врывалась и звала, а я туда, туда-сюда метался, но ты меня туда не отдала. Ах, кроха-маха, без слез и страха, форпостом жизни, глазки, два огня. От Красной в госпиталь, моя рубаха, собой прикрывшая ни одного меня. Это диалог поэта и снайпера. Это 92-я бригада в «Счастье». Это с них писал. Остал патрон, и я его зарою. Быть может, глупостью удастся мир зачать, и станет меньше там одной вдовою над похоронкой
не завоет мать. На тот патрон отступится сиротство, на вечность не расстанутся друзья, на стон и крик, увечий и уродства несчастьями уменьшится земля. Остав патрон, насытившись войною, быть может, мудростью удастся мир зачать, и глупость там останется живою, и ни одна счастливой будет мать. Остав патрон, зачем живем и дышим, за что лишаем права жить других? Давай счастливую историю напишем для внуков, породнившихся своих. Давай красивую мелодию напишем для колыбельной правнуков своих. Патрон візьми, та як загоїш рану від дикості тортур та й неймовірних мук в угоду самодуру і тирану був вбит в потилицю Миколо, мій найліпший друг. Я досі чую, як волає мати. За безпорадністю хоч Господу волай, і помста тьмарить вбивцю покарати. А голос Божий кличе: не вбивай.